Коллеги, добрый день. Запишу коротенькую видеоинструкцию, как скопировать с одной на доске на другую. А вот, например, вы копируете наш Haunted House, Mad Monsters, это из готового, да, и Island, и вы получили нашу ссылку. Когда вы по ней проходите, вы попадаете на нашу доску, да, я сейчас ту непосредственно доску вам не покажу, покажу просто пример, вот как копировать, да, когда вы прошли, вы нажимаете кнопочку Shift на клавиатуре, выделяете полностью мышкой весь объект, нажимаете Ctrl-C. Затем выходите на основную доску мира и сбоку на панельке находите свою доску, туда кликаете, нажимаете, когда уже входите на свою доску, нажимаете Ctrl-V и объект вставляется. Сейчас я покажу это на практике. Так. Итак, смотрите, вот, допустим, вы сейчас вот на своей доске. Если вы уже заходили к нам на Мира доску, а скорее всего вы это уже делали, то сбоку вот здесь у вас слева будут значки. И вот моя, например, доска AG, да, Анна Гурина, вот мои три досочки. И вот она, HT, это Haunted House Trendy Games. Вот, допустим, мне нужно скопировать с этой доски себе на доску весь Haunted House, для того, чтобы я могла играть. Рекомендуем обязательно скачивать, потому что на одной доске играть нельзя всем одновременно. Все испортится, будет тяжело, и все друг другу будут мешать. Это, скажем так, чистовик. Вы себе его обязательно копируете. Только потом играете. Более того, я бы вам посоветовала и завести еще запасную доску, возможно, на другой даже почтовый адрес, ну, электронный адрес в смысле, и туда тоже еще скопировать на случай, если вдруг дети зашли на доску раньше вас, что-то тут сдвинули, пошло не так, чтобы вы могли сравнить все и сделать оригинальным обратно. Итак, вот у меня прогружается Haunted House. И смотрите, что я делаю. Я нажимаю Shift на клавиатуре. Этого я вам, конечно, показать не могу, но я нажал. И вот таким вот образом мышкой из левого верхнего угла веду. Как только выделение сработало, если обратите внимание, вот вы видите вот такие вот кружочки по уголкам. Таким образом это копируется. Нажимаем на клавиатуре. Ctrl-C – это скопировать. Идем вот сюда. Мира. Это основная доска общая ваша. Точнее, как главная страница, вот так скажем. Находим свою, вот моя AG. Допустим, вот для видосиков моя доска, она пустая, скорее всего, сейчас. Вот мне нужно сюда вставить. Точно так же беру стрелочку, Ctrl-V и Haunted House. У меня тут была, да. Sorry. Ничего страшного. В общем, у меня теперь Haunted House скопировался на сверху на этих, господи, забыла, на монстров. Ничего страшного. Если вдруг у вас так же произошло, сейчас он чуть-чуть хотя бы прогрузится. Смотрите, если вдруг вы увидели, что объект на объект нашел, не надо ничего удалять. Видите, вы когда скопировали и вставили, у вас тоже горит вот эти вот, выделение горит. Просто можно взять стрелочкой и отодвинуть. Пока объект выделен, он двигается весь целиком. Все, что выделено, все и двигается. И вот опять отодвигаете. Вот таким вот образом вы копируете игру. Точно так же можно скопировать и Mad Monsters. Например, мне нужно Mad Monsters скопировать на другую, да, какую-то игру. Точно так же я нажимаю Shift, выделение. Как только рамочка синяя, видите, синяя рамочка, охватила все объекты, это значит, что это скопируется. Ctrl-C, главная страница мира. Допустим, мне нужно скопировать... Ну, пусть будет вот еще одна моя доска, да, какая-то. Нахожу свободное пространство, чтобы не найти на объект. Ctrl-V. И объект вставила. В крайнем случае, если уж вдруг вы вставили совсем не туда, всегда есть кнопка Undo.
Она, а, анду снимает одно выделение, да. Нет, да, при копировании анду не работает таким. Анду работает, когда вы, да, внутри доски что-то делаете. Здесь, значит, не получится. Ну, ничего страшного, в любом случае вы выделяете shift опять, да. Опять выделение, три точки и delete. Это тот случай, если вам вообще не туда куда-то поставили или что-то пошло не так. Вот таким вот образом желаю успехов.